Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие прихожане нашего всеми любимого Свято-Троицкого храма, по благословению настоятеля разрешите поздравить вас всех с замечательным и весьма знаменательным праздником, с Днем Крещения Господня, Днем Богоявления. В этот день, как вы все знаете, наша Святая Церковь освящает воды. И самое первое освящение вод совершил Сам Господь, вступив в них и придя не для того, чтобы очиститься от грехов, ибо Сам Он по Своей чистоте не нуждался в крещении, но Своим крещением Он освятил воды, дабы они омыли нас от всех наших грехов. И, конечно же, для православного христианина, для верующего человека, это очень значительный и радостный праздник. Обычно мы все собираемся в храме, освящаем воду, набираем ее для освящения своих домов, на хранение на целый год, а то и больше. Несколько лет подряд с молодежью мы ездили и освящали озеро Онтарио каждый год на этот светлый и радостный праздник. Но в этом году мы с вами столкнулись с необычным, неожиданным искушением, к которому не все оказались хорошо подготовлены. Мы испытываем преследование не от гонителей на христиан, а от смертоносной болезни, которая унесла жизни наших некоторых знакомых и для кого-то даже родственников. Некоторым кажется, что это все не так опасно и не так страшно. Не будем углубляться в эти детали, сосредоточим свое духовное зрение на праздновании освящения вод. Ибо в своем погружении в воды Иорданские Господь освятил воду для нашего пользования, для нашего с вами освящения, для нашей радости. В этом году мы тоже освятим озеро. Конечно же, мы не сможем собрать всех и окунуться, как мы это сделали прошлые несколько лет подряд. Но Бог даст, по милости Божией, довольно в скором будущем, все это пройдет. А у нас с вами останется вода, освященная в этот год, которой мы сможем окропить свои дома, окропить себя и испытать чудесную радость великого праздника Крещения Господня. Аминь.